Здравствуйте. Ладно, спасибо, ребята, вам. За что? Не за что. Ребята, не за что. Наша армия и наша страна опозорилась на весь мир. Доверила командовать бомжу Сталину, безграмотному чурке. Отсюда у нас такие потери. Вторую мировую войну организовал Сталин, собака. И отсюда такие жертвы. У нас в 7 раз больше, чем у немцев, потери. Мы победили. Вам спасибо за наше будущее. Не мы победили. Сталин, когда кончилась война, он отказался принимать награды и сказал: я войну проиграл, парад принимать не буду. Говорит, конюху, жуков, ты будешь на кобыле принимать. Один класс образования, ты будешь гад принимать. Не-не-не. Пирова победа. Знаете такое понятие? Пирова победа. Нет. Дайте тогда по свитку, раз ни хрена не знаете. Ладно, и ты дай тоже. Спасибо вам. Я хорошо говорю? Да. Вы не встретите больше такого участника войны, как я. Может быть, одного из тысяч, который вам скажет правду, чтобы вы понимали, что к чему. Как вас зовут? А? Как вас Василий зовут? Иванович. Кто такие истинные герои? Истинные герои? Ну, как вам сказать? Покрышкин, Кожедуб, которые, значит, самое... Воевали по-настоящему, понимаете? Ну, у нас мало было героев. Истинные герои. Истинные герои... У нас не нашлось истинного героя пристрелить Сталина или задушить его собаку. И отнять у него командование, как Наполеон, и командовать армией. У нас бы не было таких потерь, и Второй мировой войны бы не было. Сталин гадюка развязал Вторую мировую войну. Он же напал вместе с немцами на Польшу.